Сегодня стало известно, что Куаныша Тройкельдиева, участника скандального инцидента в столичном кинотеатре, отпустили под залог. Как сообщает прокуратура Астаны, статья, инкриминируемая Куанышу Тройкельдиеву хулиганство, не предусматривает пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное производство в отношении молодого человека находится на особом контроле. Проводится расследование. Окончательное наказание, которое понесет юноша, определит суд. Напомним, Куаныш Тройкельдиев пнул в живот сотрудницу одного из столичных кинотеатров. Этот инцидент вызвал шквал негодования у казахстанцев.